За моей спиной находятся два самых популярных кейкара из Японии. Это Nissan Dayz и Honda N-Box. N-Box и N1 и N-Wagon – самые популярные кейкары от Honda. Сегодня собрал для вас два этих автомобиля, и мы сегодня как раз посмотрим, что из себя они представляют и чем отличаются. Два сегодняшних героя в самых практически максимальных комплектациях – это Honda N-Box в комплектации Custom и Nissan Dayz в комплектации Highway Star. Давайте на них посмотрим. Сразу, что в комплектации Custom, что в комплектации Highway Star отличается от базовых своих моделей, это видоизмененная передняя часть. Другая решетка радиатора, другая оптика, полностью светодиодная, как на Honda, так и на Nissan. Туманки в нашей комплектации есть, здесь тоже есть туманки. Напишите, что вам больше нравится. Конечно, вид у N-Box'а в комплектации Custom все-таки, на мой взгляд, выигрывает перед Nissan Dayz в комплектации Highway Star. Два кейкара, по размерам они примерно сопоставимы. Сопоставимы, друзья. Две компактные вместительные машинки. Шильдики комплектаций написаны здесь. И, соответственно, у N-Box'а также. Обратите внимание на заднюю часть данных автомобилей. Очень красивые стопы на Honda. Выглядит просто шикарно. У Nissan Dayz все-таки стопы попроще. Получаем здесь диски фирменные от Honda размерностью на 15. Здесь мы получаем размерностью на 14 неоригинальное нештатное литье. Здесь устанавливается зимняя резина. В нашем случае здесь еще идет летняя. Ну, первое самое большое отличие — это то, что здесь у нас сдвижные двери, здесь обычные. Давайте посмотрим сначала здесь. Двери открываются на хороший угол. Получаем внутри темную обивку салона. Тканевую темную обивку салона. И дверная карта тоже выполнена в темном оснащении. Багажник в обоих автомобилях сопоставимый. Он достаточно маленький при разложенном втором ряду. Если его, конечно, сложить, у вас большое багажное отделение образуется. Ровный пол, коврик и светлый потолок. В этом автомобиле мы получаем две сдвижные двери, как слева, так и справа. Здесь уже оснащение идет побогаче, в том смысле, что мы получаем, друзья, здесь алькантара плюс кожа, то есть комбинированный салон мы получаем, и это выглядит попремиальней. Также ровный пол с ковриком, получаем еще и темный потолок. Что касается багажного отсека, то он такой же, как и на Dayz. Есть у нас здесь еще и свет. Здесь, соответственно, есть место под подстаканники. Индивидуальные подлокотники, пожалуйста. Honda на втором ряду продуманий. Соответственно, дверь мы можем закрыть легко. Все дело закрывается. Так, возвращаясь к Dayz. Здесь у нас подстаканники есть здесь, внизу. Соответственно, свет тоже есть сзади. Думал, что на Dayz света сзади нет. Так. С этой стороны также дверь открывается. Ручка. Можно свободно и легко поместиться. Так, теперь давайте посмотрим на оформление водительского места. Здесь получаем интересное решение в виде мягкой ткани и глянцевых вставок. Все это выглядит здорово, плюс дополнительный динамик. Кресло мы получаем так же, как и на втором ряду, комбинированный, с подлокотником, с большим. Кожаный руль. Пожалуйста. Управление круизом. Контроль полосы, управление здесь мультимедией, плюс можно включать или выключать, принимать звонки,
приборная панель, пожалуйста. Здесь у нас все показывается, куда смотрят колеса, что у нас открыто. 26 тысяч пробег на данном экземпляре. Здесь есть ниша небольшая. Воздуховоды. Магнитола страйда. Камера заднего хода, пожалуйста. Большой потолок. Черный потолок выглядит, конечно, здорово. А забыл уточнить, что здесь есть еще и шторки, друзья. Интересно, конечно, дверная карта выглядит. Здесь ниша, пожалуйста, в разъемы под USB. И маленький бардачок. Воздуховоды также. И глянцевый пластик. И вот эта система, которая помогает нам смотреть, что у нас происходит непосредственно слева. Большие козырьки. Закрывает от солнца без проблем. Климат автоматически работает. Все функционирует. Есть еще ионизатор воздуха, что тоже важно. Здесь у нас из опций две электродвери, контроль выезда из полосы, предотвращение столкновений и отключение стабилизации. Теперь пойдемте посмотрим, что, чем нас порадует Nissan Dayz. Вот эта система работы так. Здесь у нас есть, соответственно, проекция, и все видно, отражается. Мы все с вами прекрасно видим, что у нас происходит непосредственно слева. Теперь вот Dayz. Открываем Dayz. Тканевый салон в темном исполнении. Карта такая же, как и на заднем виду. Никаких дополнительных динамиков здесь нет. Садимся. Получаем подлокотник. Он поменьше по размеру, чем на N-Wagon. Климат получаем также сенсорный. Очень интересный и приятный. Кожаный руль получаем. Круиза у нас нет, просто управление мультимедией. Приборка по стандартней. То есть ничего здесь сверх такого особого мы не получим. Получим здесь подстаканники выдвижные, как у пассажира, так и у водителя. И, конечно, вот здесь мы получим камеру, друзья. Камера здесь будет. Будет круговой обзор у вас. И это круто. Пожалуйста, все видно. При маневрировании, пожалуйста, вы можете все смотреть. Также дублируется это все дело здесь. В этом плане Nissan, конечно, всегда-всегда радует нас. Соответственно, когда мы стоим на паркинге, у нас показывается камера с переднего бампера. То есть можно парковаться очень удобно. Вот такие два интересных автомобиля. Постарался в таком быстром формате, не затягивая, все вам показать. 7 минут на это у меня потребовалось. Ну, надеюсь, вам стало понятней, что из себя представляют данные автомобили в полной мере.